Деда, Шо, шо, деда, шо, 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 шо? о, ёлки-моталки, о, моя спина, деда, А! спина болит, ёлки-палки. Отчего оно в тебя болит, а? Ну, если на песке спать неровно, неудобно, А, это полезно, полезно. Я в свои чем? 45 года, ой, як не спав. Ой, постоянно на канарах спав. Ой, да. На нарах спал? На канарах. Канарах? А шо это такое, деда? Острова такие, песчаные. Ты что, пиратом был? Не, Ну бабка ладно. пиратом была. А где, кстати, сейчас бабушка, деда? Наверное, здесь плавает. Ладно, деда. Карьере. Ой, ладно, что мы кушать будем, деда, а? У меня тут эта твоя крабятина осталась. Приготовишь через Ой, а у нее? меня крабятины нифига не На, осталось. деда, на, я тебе отдам всю крабятину. Можешь что-нибудь сварганить вкусненькое, пожалуйста? Так, там-там-тарам-тарам-там. Ой. Так. Ага, что ж тебе сваргани такой? Да шо угодно. Тушеный суп. О, тушеный кролик. Ну ладно, кролик тоже подойдет. Спасибо, деда, спасибо. Слушай, а вот у меня Кушай. такой вопрос. А папа не будет волноваться? Он вроде бы хотел, чтобы мы дома сидели с тобой, а не уходили куда-то. Да? Да. Ну, слухай, доцю, короче, у мене для Да. тебе предложение. Какое? Ми можемо розбагатіти. Говорять, що в таких пісках Ага. багато водяться скарбів. Вот. Кого, деда? Що сказав? Скарбів. Ти що, український не розумієш, йоханий бабай? Деда, это ты у Скарб. нас українець, а вообще-то меня русскому учили в школе. Скарб це сокровище. А, ребята, сокровище! Да, конечно, хочу. А где? Прям тут нужно Сокровище. копать? Да, слухай, бери лопату, у мене вот лопата є. Где? Тримай Где лопата? лопату. Так. Ныряй. Нырять? В смысле? В воду, что ли? Ну да. И ищи. Ищи этот, как его, скарб. Я тоже буду по запаху шукати, только де він. Давай кто, давай так. Кто більше найде, той і виграв, да? Точно, давай состязание. Короче, если у меня будет даже на одну крошку больше, тогда я выиграю, окей? Ну давай, давай не так. А, давай, у кого самое ценное будет. Вот так вот. Я по-любому выиграю. Хотя ты, наверное, опытный, да, деда? Конечно, я опытный. Капец, знаешь, бабка говорила, что я всегда опытный был. Ну, бабки-то сейчас нет, деда. Что-то как-то ничего не вижу. А как глубоко надо копать, деда? Не знаю, шукай по запаху. Деда, я чувствую только запах соленой морской воды. Прости, это я пукнул. Фу, деда! Ты что, под воду, что ли, уже ушел? О! Ну-ка. Ты что-то нашел? Ёлки, я тоже Не, хочу. я не нашел. Не нашел? Не. Ё-моё. О, на динамитика встану. Точно, у меня есть схема. Ща, короче, я тут все найду, деда. Ой! Ща Что ты найду. Ну-ка. робишь, дурочка? В смысле, деда, смотри, ща. Ой, а что-то оно в воде не бабахает, деда. Шукай, шукай, шукай скарби. Где Це скорбы? піратські скарби, тут бабка, возможно, закопала. Где-то. Что ты нашел? Ну ладно, это твой клад, я не буду трогать. Ёлки-палки, а где что-то мое? Что-то какая-то. Деда, что-то. Может, ты мне какой-то сканер дашь? Что-то я вообще ничего не вижу. Сканер сейчас дам. Держи, компас. Компас? Ну-ка, дай-ка мне компас. А на что он указывает? На сундуки, типа? Да, воды на что хочешь указывать. О, Просто... сенькую. Так. Он Да. показывает туда. Ну там это самая суша. Я что-то нашла, Дита, я что-то нашла. А ты что? А Ну-ка. я чё? А я Намного ой. лучше нашел. Деда, что-то как-то сокровище хочется. Я нашла какую-то фигню, какую-то удочку нашла, деда. Что только удочку? Удочку. Шукайше, а я... У меня нема ничего. В смысле, вообще ничего не нашел, деда? Да ладно, я шучу, я нашел. Все, О, и все, что-то скарби ящик. есть. Ща покажешь, деда, ща. Ну все, я полюбасу выиграла, елки-палки. Правда, тут не так много, но да ладно. Я иду, деда. Деда, я плыву. Так. Деда. Щит, Да. палочку. Ой-ой-ой, палку надо убрать, палку надо убрать, палку надо убрать, палку надо. Опачки. Деда, я плыву. Деда, я почти доплыла. Так. Ага. Все, Давай деда, ставь. ты проиграл. А стоп, погоди, а как его ставить? О. А я не вытащила сундук. Сейчас я тебе достану. А, Деда, где ты, где ты? он очень тяжелый просто. Он там где-то впереди был. Так, где-то там. Видишь Так. его? Он просто тяжелый, Да. поэтому я все из него вытащила просто. Сейчас. Ох, какой он тяжелый, Ничего себе! раздробил весь. Ничего себе, деда, ты сильный. Ну-ка ставь его, ну-ка ставь его. Сейчас я туда положу все, на что набацала. Опа. Давай.
Опа! Так, смотри, что у меня там было. У меня там были алмазы и удочка. Я выиграла, алмазы? Деда. Да, у меня алмазы, все, я выиграла. Ну, твои алмазы никому не надо в нашем современном мире. В смысле? Единственное, что ты можешь их поменять в банку. На гроши. В смысле, а деда? Я... А твоя пшеница или золотая мотыга на кой нужна? Деда, вообще-то алмазы и золото, это вообще куда ценнее, ты чё? Не. Короче, забираем все наши шмотки и идем в банк менять твои гроши. Побачим, сколько... Скільки це... Яка цінність твоїм оцим алмазам? Придумають алмази. Ну, в смысле, діда, я тебе Привет, Стив. Я тебе отвечаю, мне дадут больше, чем ты сможешь заработать, да и тем более никому... О, давай, поехали, да и тем более никому не нужно. Что там у тебя, мотыга золотая? Это, наверное, единственная ценная, что у тебя есть, потому что она золотая, ее можно расплавить на золото и продать его. Mm-hmm. А что у тебя еще? Увидишь, увидишь, у меня ценнейшие вещи, твои никому не треба, а мои просто суперские. Вот и посмотрим, деда, я все равно выиграю. Вот в банк поедем и там все узнаем. А банк там, да, деда? Хотя тебе виднее, я думаю. Я все равно ничего не вижу из ванны. Я прям в ней полностью купаюсь практически. О, круто. Мне дуже нравится цей трактор. Я его тоже с моря выловил. Его немцы еще в 41-му выбросили. В смысле? Ты серьезно его из моря достал? Ну да. Бачишь, он даже не проживил ни на секунду. Мне правда пришлось раму заменить, колеса, двигатель, да и трактор новый купить. А, то есть ты, получается, все-таки все новое купил, да? Ну вот о чем я и говорила, что одну фигню ты достаешь из... О, здрасте, здрасте, дядя полицейский. А мне нужен счет в банк. Это куда, на второй этаж сразу? Деда, пойдем, наверное, знаю, сразу. Куда говори. А я откуда где знаю? Тут? Наверное, на второй сразу. Давай сюда, наверное, положим. Опачки. Так, погоди. Так, какая из них моя? Моя, наверное, вот эта вот самая низкая, да? Так, у меня тут... Так, 7 алмазов и... 5 золотых слитков. Так, и что еще? Ну и все, все. Удочка не нужна, могу ее выкинуть. Пойду выкину удочку, деда, все равно ненужная вещь. И сколько денег? В смысле, сколько денег? В смысле, я поставила... Ой, в смысле, я положила на хранение в банк, все. А, я думал, тебе грошей дадут за це. Ах, бесценно ты. В смысле, да? Так, деда, я просто положила в банк, чтобы, грубо говоря, до лучших времен сберечь. И потом я могу... Сейчас поедем до бабы Любки, короче, в ней это, как его? Глаз-алмаз, она оценит мои вещи по достоинству. А твои алмазы никому не треба. Эти брюлики, хренулики. А, деда, по всей видимости, ты просто договорился со своей какой-то тетей Любой, чтобы выиграть спор. Я ничего не договаривался. Сейчас побачишь, она такая. Тебе дуже сподобается. Вона просто огонь, баба. Ну и что она огонь, деда? Так мы. Она и глаз алмаз. Ее один глаз выбили в нас в 41-му році. Снаряд пролетів насквозь. Чи муха решила срізати насквозь. Це чо, правда? Бідна тетя. Да. А другий глаз в неї відкрився, третій глаз. І вона ним бачив всі сокровища, які в городі знаходяться. І вона вже, напевно, чувствує, що я до її третього глаза тут ходжу. Деда, все-таки я не особо понимаю, що ти маєш в виду. Я теж ніфіга не понимаю, але говорять, що вона круче Ванги. А, так она типа Ванга какая-то, она умеет предсказывать будущее, круто, 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 она погадает меня. Она мне предсказала, что меня куры с дому выгонят, вот и все справдилось, теперь я верю полностью. Ну слушай, тогда возможно, это что, она тут живет? Слушай, у нее большой домик, я тебе скажу, деда. Баб Люб, открывай, или Баб Галь, я не знаю. Спасибо. Или Ванга, открывай Ванга. Ванга. Слушай, деда, это нормально, что ли? О, чё, здравствуйте. Ой, здрасте. Привет, привет, короче, да. Чё ты, принёс мне дорогие шмотки? Ну-ка. Ну да, бабуля, а что? Короче, дивіться, я нашёл башмаки. О боже, это же башмаки кожаного Стива. Йоханий бабай, бесценный груз. Так, бабуль, дивіться, тут ще це, як його? Мотига золота, в неї сам цей Леонардо Ді Капріо Титанік роздобував. Ти чё, серйозно? Это Леонардо Ди Каприо был? Да-да-да. А еще есть тушеный кролик, я не знаю, сколько ему руки. Боже, так это же еще Петр Первый Сталина кормил. Да деда, да ты че? Ты же врёшь ей наверняка, нет? Я ничего не вру, я просто их кидаю, она все оценивает. Да? Ты попробуй, так, знаешь. Так, бабуля, так а сколько это все стоит? Ну, понимаешь, по предварительным данным, это здесь 3 миллиарда... Копиёк. Ну, походу, пока что она тебе дает по стаку всего, да, деда?
Да, Пастаку. Бери все. Доця, отдай мені оце, як його, мотигу. Діда, вообще-то не у меня мотига. А, бабуля, ти хотіла затарити мою мотигу? Діда... Ну прости, вона дуже дорога. Леонардо Ді Капріо роздовбав Титанік і потонув вместе з ним. Діда, чё за бред ти прикалываешься? Почему это все стоит дороже, чем... Почему оно всё... Какой Ді Капріо? Доцю, я тобі ж говорив, що це... Це не вещи. Море пряче достойні вещи, там пірати пропливали, в них, короче, понімаєш, старинні вещи, це дуже ценні вещи. Більше я не знаю, що говорити. Ти не понімаєш, ти ще дитина. Ладно, поїхали, відвезу тебе додому. Діда, так це капець какой-то, так слушай, може бути, давай постійно будемо так ныряти, якщо так розбагатіти можна. Так це ёлки-палки, то чого ходить, ти типа виграв наш спор? Конечно, я выиграл. Ты что? Ты думала деда надурить? Нет, дед надурить... Ой, дед всегда побеждает. Ой, спалился, деда спалился. Так и ты надурил меня, да? Ты что? Думаешь, что дед может кого-то обманывать? Дед... Ще той бреху. Ой, ще той хороший человек. Він нікого не обманював, він всегда все робив по справедливості. Точно? Точно. Ну ладно, потому что смотри, деда, если я узнаю, что эта бабушка-то на самом деле просто решила тебе подыграть, то я на тебя обижусь, больше не буду с тобой спорить, понял? Понял, хорошо. Слушай, я сейчас до тебя отвезу до твоего батька. А зачем? Вот, и мне надо будет до бабы Любы поехать и обговорить кое-что очень важное. Ну ладно, я не хочу, баба очень зло. Дедуся, ты бросил меня. Давай. Йоу! Поехали дальше. Деда, погоди, а ты уверен, что мне надо к батьке-то везти? Он же это, крыша поехала у него. Крыша в тебя поехала, ёханый бабай. За чё? Почему? Да в смысле? Он говорит, что типа надо мамку искать, но перед этим надо заработать у ему денег, и поэтому... Звелась. Я поехал до курей, может, меня возьмут теперь с такими грошми обратно. Ой, нет, до баби Люби надо доехать. Все, до свидания, доцю, пока! Ладно, давай удачи. Странно, почему это он... Ладно, деда какой-то на самом деле странный, и на самом деле, мне кажется, он, наверное, договорился с тетей Галей, Любой. Фиг я знаю, как она... Папа! Папуся! Ты дома? Фух, походу его чё, нет. Доцю, могу... доцю, Папа, я думала, ты это не дома, думала пойти в компьютер поиграть. Ти що? Я комп'ютер продав, коли ти була... Де ти там була? На острові, от. В смысле? Так я же була в комнаті тільки вчора утром, і там був комп'ютер. Папа, ти що? Или ти свій продав? Так то коробка просто стоїть. В смысле? Ладно, папа, в общем, что я хотела сказать? Мы, короче, да. С дедушкой хорошо провели время, мы с ним порыбачили, поискали сокровища, по итогу мы нашли с ним сокровища, я нашла немножко алмазов, немножко слитков золота. О, да, немножко... очень интересно, я этот, как его. Немножко слитков золота, и знаешь, что по итогу, папа, я хочу тебе сказать, что работа тебе теперь не придется, давай сразу пойдем искать маму, а? Да, пошли, мама, где ты? Погоди, там... Ребята, мне кажется, что у моего папы иногда едет крыша. Ладненько, я тогда с ним завтра поговорю, может быть, у него какой-то нервный... Отцепи, ты меня за губу взяла, отцепи! Пусть так и останется. В общем, ребята, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь они очень интересные. Ну а мы с вами продолжим в следующей серии искать, наверное, маму. Если, конечно, папа придет в себя. Ладно, папа у меня странный. В общем, всем пока-пока, ребята. Да, отцепи, пожалуйста. Нет, всем пока.